В деревне Старая Руза активизировались магазинные воришки. Молодая 20-летняя девушка, находясь в помещении торговой точки, взяла с прилавка продукты питания и засунула себе под одежду. При попытке уйти с припасами без оплаты она была остановлена кассиром. После того, как посетительнице предложили оплатить товар, она ударила сотрудницу магазина и укусила ее за руку. После задержания девушка созналась, что украсть еду ей просто захотелось. Ну, вы пришли что-то купить или специально с такой целью там что-то? Вот? Специально. То есть у вас... А почему так получилось? Денег не было или просто захотелось? Просто захотелось. То есть решили спрятать и как подумали, что вас никто не увидит, правильно? Да. Правонарушительница была задержана и доставлена в территориальное подразделение. В отношении злоумышленницы следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К сожалению, подобных случаев становится все больше. Молодые люди порой даже не задумываются о своих родителях, о последствиях содеянного. А между тем воровство в магазине не игра, а реальное преступление, за которое дают реальный срок. Татьяна Колганова, новости Искра Вект.